Что? Тебе не нравится домик, который я тебе построил, да? Ты так со мной, Гира, значит, да? Ах ты бессовестная девочка. Всем привет, ребята! С вами Рамазан Автогир и канал Экзотариум. В сегодняшнем видеоролике мы посмотрим реакцию хомячка Кэмпбелла на насекомых кормовых, это мадагаскарского тараканчика. В природе хомячки питаются не только зерновыми культурами, но а также и животной пищей, различными насекомыми и червячками. И сегодня мы увидим реакцию нашего хомячка на этих насекомых. Ну а также мы запустим нашего хомячка в террариум птицееда. Оставайтесь с нами на канале. Горошек, горошек. Хочешь к этому паучку в гости? В гости в его новый домик, а? Хочешь, нет? Так, да давай не упади здесь, горошек. Посиди здесь пока. Голосик, голосик, голосик. Горошек. Поставьте лайк, ребята, этому хомячку горошку. Он любит лайки, ребята. Да, горошек? А, горошек. Вот такой вот, ребята, террариум я склеил нашему птицееду, нашему альбопиозе. Триутокату альбопиоза теперь. Блин, раньше было бархипельма, намного лучше звучало. Ну, в общем, вот такой вот террариум для нее склеили мы. 20 на 20 кубик. Проточная вентиляция, ребята. Ну, в общем, наш хомячок сейчас зайдет сюда и покажет все подробно, ребята. Оставайтесь с нами на канале и ставьте лайк. Да, горошек? Горошек, ты что там делаешь? А, горошек? Ну что, ребята, вот такой вот террариум сейчас мы откроем его. Так. И запустим туда горошка. Горошек, пойдем гулять. Пойдем, мой хороший. Давай, горошек, посмотрим на крышу сначала, как ты. Ну что, горошек, как тебе террариум, крыша? А? Ты на зуб все пробуешь, да? Горошек. Вот такая вот, ребята, вентиляция у нас сверху. Вот такую вот оцинкованную сеточку. Все это закрыли уголком. Кстати, это второй террариум, который я склеил для паука. В первом живет у нас скорпиончик, как вы помните. Ну что, горошек, пойдем внутрь? А, горошек? Давай, горошек, заползай туда. Давай, обследуй там, как там все, проверь. Принимай работу. Вот такая вот, ребята, нижняя вентиляция у нас. Проточная вентиляция выходит, получается, в нашем террариуме, паучатники. Также все закрыл уголками пластиковыми. Вот горошек их проверяет как раз на прочность. Ну и все, сейчас, ребята, будем обустраивать наш террариум. Горошек, что скажешь, а? Горошек, нравится террариум? Горошек, ты что там намываешься, а? Чуть не забыл, ребята, сейчас мы посмотрим реакцию хомячка на кормовое насекомое. Это мадагаскарский шипящий тараканчик. Вот такой вот, ребята, тараканчик у нас. Сейчас горошек с ним познакомится. Ты давай сиди, сиди там, не выходи. Эй, 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 шипит как. Горошек, смотри, кто здесь. Сзади, горошек, сзади. Ну, горошек. Как тебе, тараканчик? Что ты будешь делать, а? Ты хищник или крылюн? Горошек. Что скажешь насчет тараканчика? Нет, не нравится. Не нравится тебе тараканчик. Ну, горошек. В общем, ребята, на тараканчика у него вообще ноль реакции почему-то. А бананчик у нас напал на тараканик в одном из видеороликов. Когда мы хомячка закидывали в аквариум пираний. Ой-ой-ой, не упади, смотри.
В общем, горошек не захотел у нас тараканчика пробовать. Да? Да, горошек? Ты наш милашка. Так, давай посиди здесь, пока уберусь. Итак, ребята, пришло время наполнить наш террариум всем необходимым. В качестве фона мы будем использовать вот такой вот объемный фон. Это я из пеноплекса вырезал немного, придал форму и обсыпал сверху герметика этим кокосовым субстратом. Ну, в общем, вот так вот смотрится все это дело. Вот такой вот фон. И, ну и, конечно же, кокосовый субстрат. Так, давайте сначала фон поставим. Так. Так, вот фон у нас стоит, все готово. Смотрится нормально, ребята, да? И давайте теперь заполним грунтом. Укрытие ставить не буду, я как бы не сторонник укрытия, тем более это наземный пиццеед. Укрытие ему не обязательно. Хотел, конечно, сначала кокос положить, но не знаю, пока не хочу. Пока что буду без укрытия, ребята. Так, ну все, ребята, готово. Можно переселять нашу дырочку сюда. В принципе, выглядит неплохо. Проточная вентиляция, ребята, воздух заходит здесь вот снизу через сеточку и дальше наверх. Так работает принцип проточной вентиляции. Здесь, конечно, я закрыл пленочкой, чтобы не особо видно было там швы сети. Вот такой вот террариум склеил. Это мой, можно сказать, практически первый опыт, но это второй террариум, конечно. В общем, как-то так у меня получилось. Напишите в комментариях, как вообще выглядит мой террариум. Годится, не годится. Герочка, за вами уже выехали. Собирайте манатки. Так, ребята, давайте пересадим нашу герочку. На руки брать не буду, она скоро линять должна, по идее. Не будем ее заставлять стрессовать. Потихонечку, аккуратненько, давай, переползай. Ну давай, Гера, давай, толкай свою жопу. Ну, смелее. Вот она, красота пушистая. Какая попка, смотрите, отъелась. Скоро линять должна, ребята. Ну что, Герочка, с новосельем тебя. Давай перебирайся в свой террариум. И я закрою дверку. Пушистая моя девочка. Красотулечка моя. Давай, давай, ступай дальше. Давай тебя подтолкну чуть-чуть. Давай, 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 давай. Не хочет она, смотри-ка. Паутинка, паутинка. Давай, Гера, двигайся. Жопу двигай, Гера. Двигай жопу, Гера. Давай, давай, двигай смелее. Смотрите, он боится ступить туда вперед. Ну правильно, необычная обстановка. Сейчас паучок стрессует. Что? Тебе не нравится домик, который я тебе построил, да? Ты так со мной, Гера, значит, да? Ах ты бессовестная девочка. Смотри-ка, не нравится ей домик, отворачивается и уходит. Она, ишь ты какая деловая. Ну-ка давай газуй, давай в домик. Сучка. Деловая, блин, а? Не понравился, видите ли, террариум. Сейчас в банку запру и будешь сидеть в банке у меня. Совсем уже образило.
Ну и куда ты собралась, а? Странно. Раскорячилась так. Давай, Гера, давай. Да. Ну ты даешь, Гера. Я, значит, старался для тебя, террариум такой клеил. А ты смотри-ка, себе нос воротишь. Наглая, неблагодарная девка. Ох, ну все, она заползла туда. Теперь оттуда ее выгонять. Ползи, толстожопая мадама. Все, наконец-то она в домик зашла. Чтоб больше Гера не вылазила из домика нового, понятно? Нравится, не нравится, терпимая красавица, понятно? Видишь, ты деловая, домик ей не понравился. Еще в качестве декора я добавлю вот таких вот пару листочков фикуса. Не знаю, может я не буду ложить. Просто есть такое желание положить листья. Ну что-то как-то не то. Пожалуй, пока оставлю, потом видно будет. Теперь осталось, ребята, подселить к нашему китсъеду вот этих вот товарищей. Это тропические мокрицы. Они нужны для очистки террариума от излишков всяких. От пищи и прочих остатков. Чтобы не было плесени в террариуме. Так, сейчас мы их сюда вот переселим. Там их немного, но они здесь разведутся у меня. Вот так вот, ребята.